Факел первых европейских игр Баку-2015 доставлен в Евлах. Первым факел принял трехкратный чемпион Азербайджана по самбо Аслан Мирзаев. Факел был доставлен на центральную площадь Евлаха. На площадь факел поднял председатель молодежного объединения Евлахской районной организации правящей партии «Ени Азербайджан» Арис Микайлов. Собравшимся был продемонстрирован видеоролик о церемонии зажжения факела первых европейских игр в храме огнепоклонников Атешгех 26 апреля в Баку. Отметим, что факел первых европейских игр будет доставлен после этого в Барду. Камила Алиева, Эльмин Лачинов, Азертач.